Здравствуйте, коллеги. World Food вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Богатырев Юрий, я из города Абакан, представляю производителя, компания «Мискохакаси» называется, индивидуальный предприниматель Сипенко Иван Эдуардович. Скажите, чем занимается ваша компания? Наша компания производит колбасы, производит мясные деликатесы и полуфабрикаты мясные. Расскажите, насколько широкий спектр продуктов, может быть, какие-то из разных сортов мяса? Конечно, мы производим колбасу из мяса конины, говядины, баранины, свинины, курица также используется в нашем производстве. Скажите, производство у вас полного цикла, получается, сырье, местное производство, все у вас в Хакасии? Да, сырье наше изначально набирает свою мышечную массу, мясную массу на полях Хакасии, на лугах, соответственно, после убоя приходит к нам непосредственно уже в цех, где сортируется и непосредственно используется в производстве. Замечательно. Скажите, у вас есть, наверное, павильон здесь, чтобы наши посетители могли тоже по достоинству оценить качество продукта? Да, мы здесь находимся в 15-м павильоне. У нас с собой очень много образцов продукции. Отлично. Я надеюсь, что все наши посетители тут же записали, где вас искать, потому что попробовать. Мы так рассказываем, что все на полях, бедные вот эти коровки, которые с красивыми глазами, но будут прекрасной колбасой, нас будут ждать. Да, конечно, спасибо. И к своим будущим потенциальным покупателям хотел бы обратиться. То есть мы готовы рассматривать любые предложения, то есть готовы к модернизации собственного производства и к выполнению практически любых задач. Спасибо большое. Пожелаем вам удачи на нашей выставке. Спасибо.